Всем привет! Сегодня мы решили приехать в какое-то прикольное место недалеко от Гданьска. Я сейчас вам все покажу. Что-то пошло не так. О, так. О, можно купить тут все. Штучечки такие. Ой, стрики прикольные. Прикол. Ой, какие прикольные. Так. Так, вот сейчас мы там будем делать фотосессию. Так, и вход на территорию 6 злотых с человечка. Козочки. Ой, смотри, смотри, есть будет. Какая классная. Козюленька. Ну куда ты ушла? Куда ты? Боится. Как улет. А шо, ты не видела, как животное? О. Смотри, подруга какая у тебя. Вот так погладь ее. Я боюсь. Пап. Ничего, ты, она не будет. Да-да, она сейчас прыгнет на тебя. О, чистил, чистил. О, боже. Сам, нет, чистить вам надо. Ну, куда? У меня ничего нету. У меня только камера. Стрики наглые. Смотри, смотри, пап, вылезла куда? Так, у девчонок какая-то бесконечная фотосессия. Они никак не могут там разобраться. Пошли дальше. Она с нами пойдет. Какая-то надоедливая коза. Только не бросай, положи. Пришли к костру. А вот здесь такое озерцо. Пошел дождь. Парни там кого-то пытаются кормить. Я чай. Так, себе дайте вот так. Сюда, хоп. Я чай хочу. KFC сейчас. Так, мы убегаем, потому что дождь. И мы бежим. Тебя поснимать? Фу. Все, бежим, бежим, бежим. Дождь? И мы бежим, бежим.